Привет, друзья! Сегодня у нас обзор крепкого пива. Такое пиво продается в магазине АТБ. Называется пивоварня номер 1 Міцне. 1 литра. Здесь спирта 7,1. Стоит такое пиво 18 гривен. 18 гривен это около 54 рублей. В центах это где-то 70 центов. В общем, сейчас попробуем, что это за пиво такое. Можно сказать, что самое дешевое крепкое пиво. Изготовлено на Оболоне по заказу АТБ. Ну вот так, видите, пены немного. Сейчас попробуем на запах. Ну, на запах ничего, ребята. Пить можно, попробуем. Ну, в общем, ваше здоровье. Нормально идет. Прохладненькое такое. В общем, его хранят при температуре от 2 градусов тепла до 25 градусов в темном месте. И вот, если холодненько, то очень хорошо даже пьется. Если еще на улице прохладно, то как раз крепкое, можно сказать, хорошо пойдет. Еще бы рыбки сюда сейчас, вообще бы шикарно было. А вот если летом пить, конечно, это будет ужас. Видел я людей, которые в жару пили крепкое пиво, то они ходили как зомби, конечно. В общем, ребята, вот такое пиво, самое дешевое крепкое пиво, я думаю, что на земле. А вам, ребята, спасибо за внимание, лайкайте. Всем пока!